Репортаж я веду с озера Чебаркуль, куда пару часов назад упал метеорит. За спиной, если вы видите, работает бригада МЧС. Садится вертолет. Скажем так, в поисках метеорита. Сначала высчитываете, с какого расстояния вы хотите увидеть опасное тело. Вот сейчас приемлемо считается 5 миллионов километров. Ну или хотя бы миллион километров. Значит, это у вас в запасе будет несколько суток. То есть вы, во-первых, предупреждаете, высчитываете траекторию, предупреждаете город и, возможно, готовите будущую противоастероидную ракету. Пока ее нету, на самом деле. Никто этого не умеет делать и мало кто чешется об этом. Сколько надо телескопов? Это зависит от поля зрения. Сейчас можно сделать телескопы там 4-8 квадратных градусов. Значит, где-то 10-20 штук по всей Земле. Но это десятки телескопов.